Кремль для вручения своих верительных грамот прибыл чрезвычайный полномочный посол Народной Республики Болгарии в Советском Союзе госпожа Благоева. Посла принял председатель Президиума Верховного Совета Союза СССР товарищ Шверник. На приеме присутствовал заместитель министра иностранных дел Союза СССР товарищ Гребенко. Госпожа Благоева вручила товарищу Швернику свои верительные грамоты. Госпожа Благоева представила членов посольства. Красная Пресня. Коллектив завода «Машиностроитель» ревностно поддерживает честь своей столичной марки. Коммунисты завода выступили зачинщиками выпуска сверхплановой продукции за счет экономии металла. Техник литейного цеха Рожнов предложил изменить технологию заливки мостовой опоры. Его метод экономит 140 килограммов стали на каждой отливке. В механическом цехе токарь Симакин применил скоростную обработку металла. Его станок украсил флажок передовика. К примеру Симакина последовали молодые производственники Стручев и Кропоткин. Скоро целая аллея флажков выросла на станках скоростников. Сэкономив более 150 тонн стали, машиностроители решили изготовить из этого металла экскаватор сверхплана. Первые 5 экскаваторов уже уходят на строительство стальных магистралей страны. Четверть века бессменно руководит колхозом имени Буденного Макар Анисимович Посмитный, герой социалистического труда, депутат Верховного Совета Украинской Республики. В бригаде Ивана Черняка началась уборка хлебов. Знаменитая Шевченковская МТС послала сюда лучших мастеров комбайновой уборки. Быстрее убрать урожай помогают жатки, косилки и искусные колхозные сноповязальщицы. В полевом стане бригада Черняка заботливо обслуживают работающих в поле. Сюда, в рабочий штаб бригады, стекаются сводки со всех участков. И уже радио и стенная газета разносят по всему колхозу весть. Звено Нина Захаровна Бойченко собрало со своих 13 гектаров по 25 центнеров с гектара. Весы на таку подводят итог работы целого года. Здесь труд и заботы, волнение и мастерство колхозных патриотов. Прямо с полей идет колхозное зерно в государственные закрома. Созрели хлеба и в Сальской степи. Под защитой лесных полос налился колос на полях совхоза «Гигант». Директор совхоза, герой социалистического труда Федор Бойко и агрономы определили, самое время начинать уборку. Десятки степных кораблей двинулись на поля. Вся первоклассная техника крупного механизированного социалистического сельского хозяйства вышла в бой за урожай. В нынешнем году совхоз производит уборку исключительно самоходными комбайнами.
Механизмы на таках помогают справиться с широким потоком зерна. Принимай, страна, хлеб нового урожая. Советская Молдавия славится своими садами и фруктами. Консервные заводы республики перерабатывают тысячи тонн фруктов. Завод имени 1 мая в Тирасполе был полностью разрушен фашистскими оккупантами. Восстановленный и оснащенный передовой техникой, он снова встречает горячий сезон. Фруктовый цех вдвое перевыполняет программу. Двести процентов нормы дают здесь люди, работающие на основных участках. Смена мастера Полины Забродской завоевала звание «Смена отличного качества». Тысячи банок консервированных фруктов пойдут к потребителю с маркой возрожденного Тираспольского завода. Недалеко от Тбилиси раскинулась пустынная засушливая самборская степь. Грузинский народ решил вдохнуть в нее жизнь, превратить ее в источник изобилия. Строительство самборской оросительной системы превратилось в народную стройку. Горожане и колхозники, жители гор и долин, трудящиеся всех районов Грузии, работают здесь над сооружением плотин, каналов, галерей и тоннелей. Правительство выделило для стройки мощные совершенные механизмы. На реке Йори центральный узел строительства. Работами руководит главный инженер Чубиница. Здесь строится головное сооружение канала. Первые участки бетонного русла уже готовы. По этому ложу вода пойдет в степь. Волею и трудом грузинского народа Самгорье превратится в цветущую плодоносную долину. Второго июля 1944 года – день рождения демократической Польши. Польский народ праздновал пятую годовщину своего возрождения. Президент республики Болеслав Берут, обращаясь к народу, сказал: «Мы не только восстанавливаем нашу родину, но и строим ее заново». На торжества прибыл маршал Советского Союза Рокоссовский. Маршал Рокоссовский передал польскому народу привет от народов советской страны. В день праздника президент Берут торжественно открыл новую магистраль Варшавы, трассу Восток-Запад, трассу, которую народ назвал магистралью социализма. Строители новой Польши учатся побеждать на опыте великой родины социализма. От предместья Прага через вновь выстроенный Селеско-Домбровский мост и далее к замковой площади шла демонстрация народа, уверенно строящего свое будущее.